Тяжелые рифы и горячий саунд. В Тамбове прошел фестиваль «Рок над Цной». И хотя колонки сотрясали не открытый воздух, а концертный зал «Мир», веселье было выше крыши. Подробнее в сюжете Владимира Селякова. Тамбовское рок-лето набирает обороты. И прежде чем любители тяжелой музыки в арбузы на черносем, их разогреет «Рок над Цной». Рок-н-ролл! Межрегиональный фестиваль проходит уже 10 лет, но для группы «Естество» стал первым. Коллектив существует с 2011 года, и многим тамбовчанам успел полюбиться. Наша музыка, она утяжеленная, но в то же время мы берем из разных жанров и приукрашаем ее. А зрителям это нравится тем, что нет однообразия. Мы не однообразные, вот так я бы сказал. А что касаемо вопроса, насколько нам это нравится, ну, если столько лет мы продолжаем этим заниматься, естественно. Музыка такая вещь. Один раз, если подписался, то, наверное, до старости глубокой от этого никуда не денешься. Совсем иной стиль показала группа «Дисплей». Современное звучание удачно контрастирует с английскими текстами песен. В копилке бэнда, которому менее 5 лет, есть и каверы на известные хиты. Я мечтаю о том, чтобы наша группа добилась успеха в коммерческом смысле и в творческом, разумеется, тоже, чтобы мы могли выступать на крупных фестивалях, выбиться, может быть, даже из-за границы, потому что у нас англоязычная музыка, и, в принципе, все для этого есть. Я считаю, что, конечно же, было бы здорово выбиться на уровень таких мировых звезд, как Nickelback, как Imagine Dragons. Это было бы прекрасно. Фестиваль тамбовских рокеров гремел до позднего вечера. В программе концерта выступили также группы «Полнолуние», «Гараж 114» и «Температура тела». Все участники фестиваля были награждены памятными дипломами. Владимир Селяков, Дмитрий Тищенко, Александр Щеднов. Область новостей.